Здравствуйте, друзья! На портале банки.ру вас приветствую я, Елена Ищеева. Как вы думаете, чему будет посвящен наш финальный репортаж года 2008? А он будет посвящен, конечно же, новогодним подаркам. Мы от всего сердца поздравляем победителей народного и служебного рейтингов этой осени и предстоящей зимы. И сейчас я вас познакомлю с молодым человеком, который стал лучшим в октябре этого года. Вы помните, какая сложная финансовая ситуация творилась на наших банковских и финансовых рынках. И он написал нам великолепный отзыв. Вооружен тот, кто осведомлен. Давайте познакомимся с победителем октября. Прошу любить и жаловать, Евгений Паньков. Здравствуйте, Женя. Я рада, что вы откликнулись на мою просьбу. Скажите, пожалуйста, как давно вы попали на наш портал банки.ру? Ну, примерно в то же время, как произошло со мной событие, описанное в отзыве. Где-то в октябре. Давайте расскажем, что с вами произошло, в двух словах. Это очень грустная история о том, как я не мог снять деньги в банкомате своего банка. Но все закончилось хорошо. Скажите, а сегодня доверие к банковским российским структурам у вас также негативно? Вы забрали все деньги и держите их дома в кубышке? Нет, в принципе, к банкам как таковым у меня нет недоверия, но впредь я буду осторожнее в выборе банка. Если не секрет, кто вы по профессии, чем занимаетесь? Я инженер, работаю в проектной организации. Как отреагировали сотрудники? Они знают, что вы победили на банки.ру и что вас ждет сейчас уникальный подарок? Вы первый, кто его получите. Да, конечно. Я всем рассказал. Мы с вами отправляемся в дальний угол этого великолепного салона Well Hall, и вы будете выбирать уникальное офисное кресло, японское, Акамура. Вспомните ваш кабинет, вспомните ваш офис, интерьер, а может быть комнату, где вы работаете за компьютером дома, да? И вот вы сейчас будете первые выбирать, потому что мы предлагаем вам на выбор три легендарных цвета. Ну что, пойдем? Пойдем. Момент выбора, он всегда волнительный. Пожалуйста, проходите. Серое, красное, синее. Ну что, куда садимся, пробуем? Серое. Ну как? Высоковато немного. Высоковато? А вы знаете, я сейчас попрошу сделать вот именно под ваш рост представителя компании «Акамура» Галину Большакову. Галина, мы вас приветствуем. Спасибо за такие уникальные подарки. Помогите Жене как-то наладить. Здесь вот есть волшебная кнопочка, нажав которую, все происходит. Поднимается и опускается кресло. Так, Евгений пробует, да? А вы нам расскажите, во-первых, ну, так как портал банковский, по да. секрету всему свету, я знаю, что кресла не дешевые, потому что дизайнерские. Не дешевые. Кресла на самом деле не дешевые, потому что дизайнерские, потому что японские, ну и потому что роскошные. Японские кресла Акамура недавно появились на российском рынке. Компания существует больше 60 лет и занимается производством офисной мебели. И в частности, таким высокотехнологичным продуктом, как эргономичные кресла. Что значит эргономичные кресла? Эргономичные кресла, ну что такое эргономика? Это наука о логичности, функциональности и удобстве. Присаживайтесь, давайте побеседуем сидя. Слушайте, как здорово, главное, оно продувается, тут ты не будешь как в кожаном постоянно, знаете, как-то. Один из основных моментов достоинств этих кресел то, что они сделаны из эргономичной сетки. Японцы, безусловно, в этом лучшие. Я думаю, что ни у кого не вызывает это сомнение. И пригласив итальянца в качестве дизайнера, совместив итальянский дизайн, японские технологии, мы получаем высокотехнологичное эргономичное кресло Акамура, которое сегодня дарим победителю народного рейтинга. Галина опускает материальную составляющую, но я могу сказать, так как нам это хорошо известно, несколько десятков тысяч рублей стоит одно кресло, и вы обратите внимание, все модели разные. Вот как выглядит красное, высокое. Посмотрите, сидит Евгений, спинка гораздо ниже, да? Жень, удобно? Да, удобно. Стоит отметить отдельно, что кресла Акамура относятся к классу люкс, и в их производстве используется ручной труд. Данный бренд обладает уникальной цветовой палитрой – от салатового и сиреневого до терракотового и оранжевого. Воистину, все цвета восходящего солнца можно воплотить в офисном кресле, изготовленном на заказ. Жень, ну а теперь, конечно же, вам придется сделать выбор. Очень непросто. Я, как женщина, уже знаю, мое сердце наверняка будет принадлежать красному цвету. Но вы мужчина, и... Больше понравилось серое. Почему? Из-за цвета оно больше впишется в интерьер офиса.
том, что победитель народного рейтинга за октябрь месяц, несомненно, остался доволен своим подарком, а я объявляю, что отзыв «Поможем Сбербанку работать лучше» стал победителем народного рейтинга 2008 за ноябрь месяц. Автор, насколько нам известно, проживает в Санкт-Петербурге, поэтому от портала banki.ru ему, как новогодний подарок, отправляется телефон Sony Ericsson и личный финансовый план от издательства «Питер». Уникальный спа-салон Well Hall расположен в Новинском пассаже и работает все дни в неделю. Победителям служебного рейтинга, то есть авторам лучшего отзыва месяца, в салоне предложат подарочный сертификат на комплекс услуг по уходу за телом. Хотите, вас распарят в ониксовой ванне и сделают великолепный пилинг. Или предложат аромамассаж по древним рецептам. Вас ждут 2 часа тишины и релакса в самом центре Москвы. Главное, чтобы вы не испугались и вышли на связь с порталом banki.ru, узнав, что именно ваш отзыв признан лучшим. Так в ноябре победа присуждена Элис-72. Хорошо там, где нас нет, об этом написала руководитель одного из отделений Сбербанка и почему-то больше не вышла на связь с нашим админом. Элис, проявите благоразумие. От подобных процедур не отказываются, тем более в конце столь непростого финансового года. Well Hall подарит вам новые краски восприятия жизни. Поверьте, проверено на себе. Не забудьте предварительно позвонить и обсудить программу предполагаемых процедур, а также заказать место для парковки автомобиля. Ну а теперь, я думаю, самое время поздравить всех посетителей нашего портала с наступающими праздниками, Новым годом и Рождеством. Друзья, завтра ветер переменится, завтра прошлому взамен он придет. Он будет добрый, ласковый, ветер перемен. До встречи в новом году. Искренне ваш, банкиру.